Всем привет! Утро у нас, ну как утро, уже 12 часов. Идем проверять нашу мордушечку. Взял ведро с собой. Мирана, как всегда, с нами. Так, взял еще хлеба с собой закинуть. Ну, если там что-то еще будет. Но в любом случае закину хлеб. Опа, давайте. О, куча рыбы. В этот раз много попалось. О, посмотрите, сколько. Вообще. Четко, Мирана, смотри, сколько рыбы. На белый хлеб, говорю, хорошо ловится. Вообще замечательно. Так, сейчас-то вывалим их. Так. Открываем. Давай, открывайся. Главное, штучку надо не потерять, а то сюда ее прицепим. Вот так вот. И вываливаем нашу рыбку в ведро. Так, давай, вываливайся. Еще одна. Давай, давай, давай. Все, вроде там ничего нету. Вон сколько у нас рыбы. Да, Мира. Давай хлеб-то обратно закинем этот. Так вот. Чтобы не мешался. В этот раз вообще много поймали. Но у меня раньше было прям вообще половина мордушки. А сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штучек поймали, Мираж. Вот так вот. Такая вот рыбка у нас. Сейчас обратно закинем мордушечку. В сторонку отставим. Так, хлеба-то поджаренного кинем. Так, так. Свеженького. Ну, так вот. Закинем туда. И обратно закроем. Где там у нас проволока? Так. Вот так вот. Вот так вот, да, Мира? Ловим рыбу. Я собакам не буду давать ее. Люське кошке отвезем сегодня. Она любит есть такую рыбу. Вот. Оп. Все. И обратно закидываем. Оп. Нельзя! Мирана! Ну-ка, нельзя! Все, опять рану намочила. Сюда иди! Бегом! Нельзя туда ходить! Вон рану опять, если буду перебинтовывать ей обратно. Мирана, блин, заразу занесешь какую-нибудь? Ладно, пускай стоит. Завтра опять проверим. Посмотрим, сколько завтра поймаем. Как раз сейчас в ту сторону направлено отверстие, чтобы сюда заходили рыбки. Вот, надеюсь, завтра еще больше будет улова. Такой пурт у нас большой, да? Здоровенный. Все, пойдем, Мирам, перебинтовывать тебе рану. Пойдем. Приехали к Сбербанку. Тут у нас карри открывает. Но пока она не работает. По-моему, Кристина идет в Сбербанк уже. Деньги снимала. Оплачиваем там за свет и за воду, счета. Вот, мы с Львом вышли, погуляли пока. Точнее, я был, заплатил, сейчас Кристина вошла, деньги сняла, чтобы за воду заплатить. Че, Кристина? Поехали? Приехали. Заплатили за воду, вот, в водоканале там. Ну, Кристина пошла в магазин. Магнит. Мы со Львом опять ходим возле машины. Магнит. Фикс прайс тут у нас. Вот так вот гуляем. Да, Левчик? Ты, Лев, не можешь на месте сидеть? Скучно ему. Начинает плакать. Так ему интересно все посмотреть. Особенно эту водонапорную башню все смотрит, такая большая. На машины смотрит. Да, Левчик? Как гуляем. Да, мы с тобой. Сегодня вообще
жарко, блин. Плюс 30, наверное, на солнце, может больше. Льва отвезли к бабушке, сами приехали домой. Тут в огороде немного прибираемся. Кристина вон пересаживает малину вдоль того забора, а то она разрослась. Мы состаскивали все всякие ветки, палки, растения, эти ботву сюда. Я в том году не выкопал яму, в этом вот сейчас копаю. Он сейчас до сюда дошел. До сюда. Здесь уже лед. Буду делать в длину траншею. И сюда буду складывать эту всю ботву. И она будет перегнивать. То есть я сложу ее сюда и закопаю. И здесь Кристина сделает грядку для огурцов. Вот. Кристина пересаживает малину. Я сейчас дальше буду копать. Сейчас как скопаю, покажу. Фу, какая-то такая у меня траншея получилась. Не знаю, влезет все или нет, посмотрим. Надеюсь, все влезет. Ладно, буду перекидывать, смотрим. Фух, все переместил отсюда. Вот, все граблям еще прошел. Еще можно потом на раз будет пройти, чтобы почище было. Вот, все скидал уже, притрамбовал. Вот так вот. Тут еще места куча. Я думал, мало будет. Вот, здесь нормальное еще место. Тут плотничком все. Так, еще с участка соберем тут весь мусор, который валяется. И в эту сторону скидаем. Так, вот Кристина посадила тут малину. Будет расти малина. Такая вот. Потом посмотрим, как она приживется, не приживется. Ну, она веточки уже пустила. Вот видите, нормально все вроде бы. Так что скоро будем есть малину. Вот так вот. Там еще Кристина что-то делает. Пойдемте посмотрим. Кристина тут выкапывает клубнику. Вот уже сколько выкопала, тоже хочет отсюда перемещать. Куда ты хочешь переместить ее? Не знаешь? В общем, еще подумаем, куда ее переместить, чтобы она нам особо-то не мешалась, но была в доступе, так сказать. Чтобы поливать ее нормально было. Все, может, там же, да, посадим? Не там хочешь? Где малина? А где? А? Около теплицы. За теплицей? Так, вот около теплицы, сейчас же находится. А, где капуста была, да? Вот, капает клубничку. Вот в итоге посадили рядом с теплицей клубнику. Это Виктория, я перепутал. Виктория, да-да. Вот столько получилось ее. Тоже посмотрим, как она будет давать урожай. Солнце у нас уже село. Сейчас поедем за Львом и домой обратно.